13 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой, с утречка пораньше. Молодость – это возраст, когда чувство ритма намного важнее чувства такта. Написал этот афоризм 2 октября 2010 года. Молодость – это когда чувство ритма намного важнее чувство такта. А, кстати, недавно я тоже про молодость написал. В 23-м уже году. Как же там было? Молодость – это когда волосы в пучок собираешь не с пола. По-моему, так. Молодость – это когда волосы в пучок собираешь не с пола. Как-то мои волосы. Если бы я еще не так коротко стригся, да?